Франкфурт на Майне проезжаем. Это финансовая столица, блядь, всей Германии. Техническая столица Берлин, финансовая Франкфурт. Проезжаем Рейн, все закрыто, ничего не видно. Едем в Бельгию, проездом в Голландии. Городок Хейерлен называется. Ну что, мы в Брюгге. В Брюгге мы поселились в таком отеле недалеко от центра, считаю, что в пригороде. Позиционируется он как четверка, но четверка, конечно, не катит, совсем уставший отель. Ну что, едем дальше. Брюгге прекрасен, своего рода даже в какой-то степени сказочен. Едем на побережье Северного моря. Как называется город? Зеебрюгге. Приехали мы на побережье Северного моря. Городок Зеебрюгге. Шестое море в моем списке. Погода сегодня такая пасмурноватая, 14 градусов обещают. Вчера вообще дождь шел. Где-то там недалеко United Kingdom. Свежо здесь так, воздух соленый. Решили подойти поближе к воде. Вот оно, Северное море. Прямо на побережье находятся дома. Кондоминиумы, так называемые.
стадион Фейенорд. То ж мы еще не въехали в город, да? Это еще пригород. Почему? В городе уже. В Роттердаме. Для них отдельные светофоры. Вот таких вот домах живут роттердамцы. Нам пиво. Голландия знаменита своими сырами. Велосипеды. Вот какая-то птица, утка по сути, дикая. Прямо возле меня, не боится людей. Щипает себе травку прямо возле канала, там где пришвартованы суда. Бесстрашные утки Роттердама. И тут Натя гуляет возле тебя рядышком. Разводят мосты. Никогда такого не видел. Сейчас будет вот этот вот здоровенный кран проезжать. Своим ходом большой только страховочную функцию выполняет. Да? Да. Направляет? Ты ж просы в воде. Контролирует натяжку. И вот сейчас мы по этому мосту будем идти. Все очень быстро. Мобильно. Это какой-то ритуал. Все начинают на перегонки их гнать. Вот пустили движение. Все ринулись. Велосипедисты, мотороллеристы, пешеходы, транспорт. Все, началось движение. Vanmorgen gaat de tunnelbuis zelfs even helemaal dicht. En 279 vanuit Den Bosch naar Roermond. Daar gebeurt een ongeluk bij Heeswijk-Dinter. Jij bent Berlin. Три хозяина, там три квартиры. Вот здесь может быть три квартиры тоже. Угу. То есть все очень компактно, зелено. Здесь внутри озеро. Вот наш отель Орион. Ну, собственно, на первый взгляд Берлин очень похож на старые районы Киева. Причем мы проезжали центральную улицу. Она вся очень зеленая, застроена невысокими домами, старых построек, современных зданий мало. Мы в Берлине. Идем в центр. Вот это какая-то разбомбленная церковь со времен Второй мировой войны. Ее в таком состоянии так и оставили немцы, дабы поколения понимали, что такое война.
Рядом строят какой-то монумент. Скульптура символизирует скованную цепью Европы, которая в данный момент объединяется. Вот такой вот символизм. Maybe possible one bread. One bread with meat. Yeah. В общем, какое-то национальное чисто немецкое блюдо. Фарш сырой мажется на булочку. И в таком виде его едят. Утро Берлина. Мы сидим возле метро Вильмерсдорфер Страбе. В Берлине две ветки метро, одна подземная и одна наземная. Вот там, где U буква, это подземное метро, а там, где S, надземное. Вот это вход в метро Берлина. Тут было подземное метро. Это наземное. Едем на Александерплац. Угу. Вон там еще что-то. Мы так долго думали, блин. Турникетной пропускной системы в метро Берлина нет. Все построено на доверии. Покупаешь билет. Билет стоит порядка 250-280 евро. Никто не контролирует ничего, турникеты не стоят. Но если тебя запасут, то около 1000 евро заплатишь штраф. Эта улица называется Фридрихштрассе. Одна из самых знаменитых. В Берлине Унтер дер Линден. Здесь проходили все парады. Широкая улица. Я сразу и не понял. Сейчас мы подходим по Фридрихштрассе, чекпоинт Чарли. Знаменитое туристическое место. Вот он, чекпоинт Чарли. Берлин не сильно такой туристический город. Исторический музей Германии.
Рикаш Трейлер. Разделяет западный и восточный Берлин. Берлинская телевышка. А, вот это церковь Святого Вита. Вот. Она очень древняя. Почему Святого Вита? Там есть фрагменты пляски Святого Вита. Это такая болезнь есть. Mm-hmm. Слышал, да, по такие пляски? Нет. Святого Вита? Вот я нахожусь у развалин Берлинской стены, которая разделяла западный и восточный Берлин. Вот то, что осталось, такой вот часть этой стены осталась. Рейхстаг. Очень грандиозное строение, известное во всем мире. Dem Deutschen Wolke. Написано на входе. Вот такая вот травка рядышком. Люди лежат, отдыхают, смотрят на грандиозное строение, фотографируются, селфи. Подходим к Бранденбургским воротам, одна из самых узнаваемых мировых достопримечательностей. Я нахожусь с ней рядом. Берется блинчик, мазается вот этой штучкой. Лежит. Это соус какой-то? Да, все на кухне готовят. Это жареный в масле фалтус. Северная рыба. Ну, камбала. Ну, грубо. Ну, большая. Большая камбала. Да, пойду солдат. Потом берем солдат, чуть-чуть обмочится. Чуть-чуть вот. И сворачивается. Слышишь? Так правильно держать.